Здрасте. Хочу я вам сказать, у меня случился огромный переполох. Да. Все мои видео, которые мне удалились. Какая-то анархия с ними случилась, реально. Они непонятно, появились или нет, реально. Они... Вы бы это видели, короче. Сейчас пойду я в Roblox. С Антоном, если он там. Короче, да, Антон сейчас играет в зомби-атаку, и я сейчас буду вместе с ним играть, вот. Зомби атакуют. Вот он играет. И я сейчас присоединюсь. Нравится игра. Вместе с Антоном. Антон в Караганде. Так, МК. МКш. Огонь, куда бы. Ай-я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 й
хп. Вообще, один укус и все. Пойду искать Антона. Антона, походу, убили. Вот. Мне скучно. МКФ. МКшек. Мне сейчас трудно играть, ну ладно. Антоха, картоха. Перевесь. Да ох, какая там толпа собралась за каким-то пацаном. Надо ему помочь. Хоу! Ты он сам справится, чё? Я еще раз повторяю, когда-нибудь я буду снимать про War Thunders, но пока что-то как-то не вяжется с этим. Когда свяжется, я вам скажу, на компе буду снимать, я не знаю когда. Времени нету, но у меня сейчас каникулы, поэтому вот. Эту женщину убили. О, граната, гранатень. Вот. Я это очень хочу, у меня очень огромное желание. На! Слышь? Не-не-не. Слышь, гигантский зомби на меня бежит. Такие... Бежит на меня. Эй, я здесь! Что-то меня... Ладно. Антоха, картоха, он где там у нас? Вау! Щет. Не-не-не, откуда... Кстати, если вы спросите, где я набил 3000 киллс, то это было очень долго. Я когда-то эту игру очень любил, и я в нее все играл, даже на компе играл, вот. И там набивал киллсы, короче. Вот, ну, увы, теперь я ее как не очень люблю, не знаю почему. Но хочу вам сказать то, что, конечно же, из-за того, что я стал ютубером, теперь я люблю все игры в два раза больше, потому что, ну, как я играю, видят и вообще весь мир и так далее. Ну, не весь мир. К сожалению. Но могут увидеть весь мир. Надеюсь, когда-нибудь. Кто-то не любит быть знаменитостью или еще что-то. Но я не против. Я сейчас снимаю... Я вот это все снимаю, чтобы все видели, как я играю. Это мало ли какой-то эпичный момент. Да или просто, как я снимаю, как я играю. Ауч! Вот, например, этот момент.
Слышь, алкаш. Чё там, Антоха стоит? Слышь, братунь, у него то что ли эмка? Да ладно, у него реально эмка, как у меня. Даже не верю в это. А он, наверное, в магазине. Да ладно, у него тоже эмка. Не верю. Блин, он съедает. Да, давай купим вот это. Антон, ты меня по защищению, мне молния не нужна. Защищай меня, ага. Так. А денег у меня много, давай вот это купим. Во-во-во-во-во, вовремя я включился в работу. Да как тут эти деньги-то менять, а? Так, ну, робиксы эти. Дайте одеть это оружие. Оно должно помощнее быть. Антох, я взял помощнее оружие. Оружку. Глянь, насколько оно мощнее. По-моему, оно реально мощнее стало. Вообще мощь. Прям чувствую мощь, ей-богу. Это МК наоборот стреляла. Это прям мощнялого вообще. Да-да-да, я чувствую мощь. Вообще. Да-да-да, стало сильнее, могу я вам сказать. Я тут. Если опять внезапно кончится видео, не ко мне претензии, я не ответственный. Мой планшет решает, когда я кончусь, когда это, я не знаю почему. Так может даже и всегда было без понятия. Хотя вроде нет. Я, конечно, могу и сейчас кончить видео, но... Я вот раньше делал долгие видео, да, теперь мне планшет что-то не позволяет. Ладно. Места нету. Я не знаю, как с этим разобраться. Ну, вроде, в принципе, разобрались. Это загружать ролики в YouTube и удалять из галереи. Все, место осталось, бла-бла-бла. Но заполнилось. А еще плюс, если скачал симулятор козы. Еще плюс, даже минус. Не удалите. Вот как думаете? Вот напишите в комментах. Удалить? Удалю. Че мне? Мне не надо. Да, блинчик. Чё у меня пест? Чё у меня пест-то, а? Почему у меня пест? Кто мне пест дал? С песта я их не смогу убить. Пест это вообще худшее оружие. Ну, леварвер ещё как-то. Блин. Я ще убиваю. Чёт. Ты всё, я бился. Дайте мне моё оружие. Слышу, мне там сейчас что? Леварвер? Не нужен ли леварвер? Отстаньте. Леварвер? Плохой леварвер. Не люблю их. Ты это хочу взять я. О, Антон там. Антон! Я сейчас стану зомби. Антоха, картоха, иди ко мне, зомби. Антошец. Антоха там фигачит. Не Антоха. Я в толпе зомби. Ронятя. Эй. Где Антоха? Антоха! Это я! Надо ему сейчас написать.
Антон, тут за тобой гора зомби бежит. Тут за тобой гора зомби бежит, да? Но ты видел меня? Ты видел зомби, который так прыгал? Вот такой вот мумия, что-то типа. Это был я. Вот сейчас снова встретимся, а нет. Я наконец мое оружие. Щита. Антон, я поменял оружие, потому что вот это оружие, оно еще сильнее. Нет, точнее, новое купил. Так вот, король, царь всех государств. Ауч. Больно в ноге. Или где? Я-то не знаю. О, нет. Прыжок! Не прыгну. Не-не-не-не-не, тону. Не-не-не-не. Он с первого удара всех это. Гачит. Я даже не знаю, прыгать, нет. Когда прыгать, когда нет. Граната. Ух, сейчас он даст жару. Ух, он сейчас даст жару. Огонь. На-на-на-на-на-на-на-на. Бауч. Лись. Чё ко мне? Да отстань от меня. Отстань, Антон там наверх залез. Драт этой. Да, тут я. Антох, удобно наверху. Не-не-не-не-не! Пойду к Антохе. Где тут? Вот лестница. Я стреляю. О, тихо. Там такая вот волна. Ай, больно в ноге. Куда пошел? Антон уже спрыгнул. Антон, я занял твое место. Я молодец. Спрыгиваем, камикадзе. Не-не-не-не-не. Антоха, картоха, беги, Антоха, картоха, тебя убивают. Ух, он сейчас. Ай, больно в ноге. А, что в меня-то? На меня. Эти уклонился. Все, огонь. Ауч. Больно в пузике. Сколько видео длится? Ну, скоро оно, наверное, само по себе кончится. Сорян. Я не контролирую. Воу, зомби. Зомби, слышь. Пошел ты нафиг. Дружелюбный зомби, который прыгает. Он меня убивает. Где ты, зомби? Зомбяк. Зомбикадзе. Блин, мы его зомби увели. О, хотя бы кого-то сейчас убью. Не-не-не, мой зомби. Нет, он пропал, Васа. Камикадзе. Не-не-не-не-не. До свидания. Минус. Вау. Там за пацаном гора зомби бежит. Ух, там за пацаном гора зомби бежит. Ух. И за мной тоже. На-н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 а. Ай. Не-не-не-не-не, гранаточка. На, не-не-не-не-не. Нет, а куда вбивать-то мне? Нет, убивают. Антон! Убейте Антона. О, правильно. О, нет, неправильно.
До свидания. До свидания. Свидание, зомбяк. Ой, тебя убивают. Лечись. Берегись. Ух, за ним там толпа бежит. Ух, за ним там толпа. За мной толпа. Кирылыч там бежит. Вань. До свидания. Оу. Щет. У меня уже были питомцы, я помню. Походу, они удалились почему-то. Были питомцы, помню. Тихо, вовремя, а то он бы взорвался. Щет, 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 щет. Убивает, убивает, убивает. А чё он такой быстрый-то, слышь, слышь, слышь. Слышь, на, отколбашу тебе сейчас. Гранатка. Отлично, чё ты лежишь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно в ноге, больно в ноге, больно в ноге. До свидания. Блин, что, гонится? Да ну нафиг. Да ну нафиг. Мне их долго убивать, и меня скорее убьют. Больно в ноге. Умри уже. Ой, только не лавленный. Все, до свидания. Люди, а вообще где все? Где все? Я что, один остался? Стану. Блин, пошел нафиг, нафиг, пошел нафиг, пошел нафиг. Блин, какое-то уже слабое. До свидания. Все, да, походу, я один остался. И я за вас постоял. Все, пришли. Игроки, наконец-то, ты тут один, твое. А то он вообще вышел из игры. Чё ж ты, Антон, я буду доигрывать до самого конца. Пока мы не падем перед миром. Кирилл, Кириллыч, тихо. Тихо. Чего их так много-то? Возможно, сейчас мы и умрем. Это не верится, они с расстояния били. Ставим на паузу. Экономим время. Не-н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 е. Убивают. Короче, там женщину убивает. Короче, там Антон что-то мне пишет, а у нас уже началась эта игра. Там женщину убили, огневой зомби, лавленый. Лавленый. Я давайте помогу. Это его убивают. Беги. Убежал. До свидания пошел. Пошел до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ух, там Молотов. Это не помогло. Я что, опять один, что ли, стал? Да ладно. Да не, вот там еще пацан-то тут. Сейчас. Давай мы с тобой что-нибудь там. Эпические мини-игры, понятно. Я тут в зомби играю. Он летает. Вы что, вдвоем остались? Кирилл! Нет, там вроде еще на другой стороне карты пацан. Да. Нет, он такой. Куча зомби. Где все? Во, да, вот он. Это вообще тут самый крутой в этом режиме. Я после него. Ой, за ним целая. Ой, за ним. Ой, месилова-то какая, господи. Ой. Тут вообще куча зомби. Божечки, кошечки. Давай. Я один раз заходил до 60, вот. Был вообще до меня эпик. Да. Давай. Супер скорость, йоу.
Огонь, камикадзе! На! Все, все, минус, минус. У, за мной гонится. Кирилл, ну не дерись ты ножиком. Не-не-не-не-не, гляньте, какой за мной толпа. Того пацана что, убили? Да ладно. Нет, ты стреляешь ты, а? Будешь стрелять, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, гляньте, там какая толпа. Нет, фу-фу. Он меня взорвал. Что там Антон не писал? Мне кажется, это поражение. Однако мне это кажется. Да! Поражение. У нас поражение. Увы. Эпические мини-игры, господи. То-то. Мне все перезаходить. Устал. 5 минут в то, 5 минут в то, 5 минут в то, 5 минут в это. Ой, эпические мини-игры, значит. Ну, давай. Люблю я всю эту игру. Люблю и ласкаю я эту игру. Ну ладно, давайте, витамишки. Витамишка, знаю, дети, у Антуха. Так, давайте витамишку. Катафан. Катафей Иванович. О, нет. О, мы напротив Антона. Не зря я прыгнулся прям сразу. Тихо, мы еще с Антоном щит не активировали. Блин, я активировал. Капец. Мы с Антоном еще живем. Антоха, давай! Нет, Антоха выбыл. Ай, я выбыл за ним. Ну, Антох, мы с тобой держались, скажи. Ой. Хочется много витамишек съесть. 20 минут длится. Не, все же я, в принципе, О, вот эти вот значки убрались. Да надо! Я каким-то образом очистил место. Теперь я часовые видео не смогу снимать из-за симулятора Козлика, вот. В котором мы играем частенько. Снимаем. Вот из-за него. Не часовые, а минус 30 минут. Занимает. О, нет, вот тут вообще на скорость. На скорость и ловкость. Че, подписчик мой? Да пошел ты нафиг. Это не подписчик. У меня канал маленький, я не думаю, что это подписчик. Если подписчик, то сорян. Да, давайте я на всякий случай стану я на этот круг. Я думаю, мне повезет. Мне повезло. Изи. Мы с Антоном живем. Антоха, нашел? Давай, Антох, мы с тобой прорвемся в топ. Че, ну не знаю. Второй раз он выжил. Блина. А, нет, я смогу все выжить. По-моему, Антон все выбыл. Антох. По-моему, он выбыл. Я это уже говорил. Блин, Антон не выбыл. Сейчас я выбыл. Нет! Нет!
Антоха, давай! Антохинс! Он уже сразу. О, видите, там какой-то смайлик оторвался. Сионе там такая. Дербанит. Что у вас? Антоха, Антохинс, Антохинс, Антохинс. Бегай туда-сюда. Не-не-не-не-не. Антоха, осторожно. Антоха, 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 Антоха. Тихо. Тихо, Антоха, ну пока Антоха живет. Не-не-не-не-не-не-не. Да не. Да не. Не! Е, залагало. Блин. Пойду в пещеру. А в любом. Такая... Не люблю волейбол. Кто тут со мной? Эзу-даба, эзу-баба. Баба. Там такие звуки. Я здесь, я мою. Так, ну мы вроде проигрываем. О, Антон в чужой команде. Прекрасно, если мы выиграем, будет круто. И мы вроде выиграем, вроде. Непонятно мне немного. Мечи! Блин, сколько у нас мечей? Ну, не-не-не-не. А, все, выигрываем теперь. Теперь вроде выигрываем, круто. Вау. Давай, и мы вроде проигрываем. Но вроде лишь бы пнуть мяч, если не ошибаюсь. И мы проиграли. Там нафиг. Я в этой игре, как обычно, в топе. 227 раз выиграл. Йоу. Да, знаю, знаю. Похвалы заслужил, похвалы заслужил. Лайкос. Вот моя похвала. Не, ну, за то, что я набил 227, я думаю, как-то будет странно поставить за такой уж лайк. Давайте реально поставим за такой лайк. Было бы очень круто. Очень было бы круто. Безумно было бы круто. Тихо. Воу. Где? Воу! Тихо.
Я бы мог умереть. Ё-моё. Антоха! Антоха! Нет! Антоха, держись! Нет. Хочу жить. Так, вроде живу. Надеюсь. Что это? Антоха умер в последний момент. Вот, только два пацана. Антоха! Я вот люблю вот такие вот, вот эти вот кубы. Мне очень нравятся они. Я люблю, знаете, быть ведущим. Ну, так, таким всяким играм. Вот реально, жалею, что я раньше не стал ютубером. Я такие вещи не заснимал, реально. Ой, только чего не происходило в моей жизни. Я этого не заснял, потому что я тогда думал, что ютубером, кстати, это очень трудно. Увы. О. Это я, ну, более-менее люблю. Я тут еще вроде ни разу не умирал. Хотя не, я один раз умирал. Так, по тупости. Хотя нет, я старался. Такс. Ну я контролирую. Контрол. С какой стороны еще летит. Ага. Яй! Вау, че так? Жестко. С какой еще стороны летит? Ага, сзади. Бежим. Смотрим. Я в этой мини-игре про, я считаю. Вот те про, да? Антохинс. Антоха тоже умер. Да, два человека осталось. Антох, да чего ж ты? Дошел, а? Файкл, я обожаю. Знаете, куда редко хожу? Вот в ту сторону. Вот туда еще смотрю. Вот туда я редко хожу. И там, в принципе, ничего нет. Помню, кстати, еще была хэллоуинская версия. Помню. Сейчас, знаете, там команда синих и красных. Ну, бывает, да, фиолетовых, розовых, там, вот, зеленых. Бывает. Вот, сейчас она и будет. Кто быстрее разрушит статую? Я думаю, Антон нифига не поймет. Надеюсь, что он проведет свою команду. И он, надеюсь, не в нашей команде. Да, он не в нашей команде. Будем соперничать, ё-моё. В конце концов. Кто не знает, тот не поймет. Так, дубасим. Дубасим. Нам надо эту дубасить. Ё-моё, Антон, да, он ничего не понимает. Изи. А, он понял, я вижу, он дубасит, так, так. Ну давай, мадам, помогай нам. У них один пацан ничего не понял, и у нас. Ну давай, мадам, мисс, помогай нам. Они, наверное, выиграют, хотя, что-то это еще не факт. Мы выиграли. Просто была спорная ситуация, у нас люди не понимали, что делать, и у них. Но, увы. Антоха так и бежит, у него голова вообще летает, ему норм. Знаете, на него голову? Антон. У него кто-то хедшот сделал. Не-не-не. Как я там... Шея-шот. Есть хедшот, а есть шея-шот. Ему шея-шот сделали. И он остался без шеи. Логично. Надеюсь, вы все поняли. Должны все понять, когда я сказала, что он без шеи остался. О, какой-то пацан побежал, а потом назад побежал. Ну что ж. Панза! Эй, тут намусорили! На проезжую часть, я хочу всем плевать, все через текстуры проезжают. Где Антоха? Антохан! Блин, за кем слежу? Антоха жив? Антоха сдох. Ну, логично, Антоха. Щит, как он это сделал? Вот видишь сейчас. Прикольно он. Это кто? Вот он был? Вроде да. Так, смайлик. Ну где, кстати, Антон такие майки берет? Тут надо облака красить.
Если ты синий, красишь синие облака. Я буду еще объяснять, что надо делать иногда. Ну, вы сами по моим движениям все поймете. Не лагает. Так, где облака? С какой они стороны летят? С этой? Ага, я красный. Антоха синий. Блин, он красный. Облака красим. Облака красим. В красный обязательно, в красный. Без красного не обойдется. Оу, я в последний момент перекрасил. Так, синий красит, а я в красный. О, не-не-не-не-не-не-не, в синий, в красный. Нет. А, ну мы в красный покрасили. Да, давай, давай, давай. Красный, красный, красный. Нет. А, я даже не пойму. Топ-топ-топ-топ-топ. Нет. Тихо, вот главное, главное это не упасть. С одной стороны, ну фу ты как тут. Здесь в изи не упасть, но нет. Если стоит на самом краю. То есть это хедфончик. Вот да! Перехватываю облако! Оно и так было перехвачено. Ну нет. Ладно, 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 ладно. Так, там пацан красит в синее, мы вместе с пацаном красим в красное. Прыгаем. Опа! В красное, в красное! Красное! Это уже было покрашено. Антох, где ты? Антох, по-моему, жив. Антох, что, реально сдох? Антох реально сдох. И победа. Серьезно, на полной громкости? Как не громко, я могу вам сказать. Вообще тихо. Прям тихо, прям тихо. Прям очень тихо. Прям очень тихо. Прям очень. Прям очень тихо. Тихо. Хочу погромче сделать. Но не делайте. Все это максималка. Тихо. Тихо очень. Очень тихо. Антоха, я тебя сейчас толкну и будешь знать. Блин, он текстурки не имеет. Призрак. Взял такой базука эпичный. Давайте уничтожать, короче, все. Полетели. Так, мы уже два яруса уничтожили. Ого. Давайте я там еще третий попаду уничтожать. Вон, давай. Антох, ты куда? Куда ты смотришь? Антоха! Боже мой, Антон! Вот не повезло нам, что ты в нашей команде. Это нам реально повезло. Кто бы угодно, лишь бы не ты. Так, убираем это. А, я как раз туда нашла. Еще и мы победили. Эшкери. Знаю. А, все. Так, это Антон ты там пьёшь, да? Ай, у тебя этот кубок. Он у всех есть. Вот это я ненавижу. Вот это я ненавижу просто. Вот это я ненавижу просто. Я не знаю, как тут пройти и так далее. Вот тут стратится. Блин, я реально не знаю, как тут проходить это все дело. Куда пойти? Ну, давайте пойдем туда. О, давай. Да как, что делать-то? Вот как тут пройти? Как он прошел? Вы что, видели? Как он прошел? Ё-моё. Как он прошел? Не понимаю, он просто и на изи пошел. Я не понимаю. Можно сброситься. Я не понимаю. Напишите в комментах, что тут делать, а? Как тут пробраться-то? Антон даже прошел, я не знаю, как проходит. О, мое любимое! Ну не очень, ну да, любимое.
Я забыла это назвать. Любимая. Это, короче, тоже я люблю. Кстати, конечно же, я отмечу в Ютубе Новый год. Так вот я. Еще буду гореть. Чтобы мне было видно, алло, тут ютубер. Ё-моё. Я думаю... Вот там пацан вздох, но это не Антон. Я думаю, когда-нибудь кто-нибудь, ну, себя узнает здесь. Вот. Короче, я сейчас не знаменитый ютубер, но когда более-менее стану знаменитым, то я думаю, кто-нибудь себя узнает здесь. Вот. Опять жёлтый, господи. Если третий раз будет жёлтый. Давайте движуху какую-нибудь, а? Движуху хочу, а? Ну, блин, опять синий. Скучно, хочу движуху. Движухенцу хочу. Движуху хочу. О, красный, это далековато. Как я не смог. Ладно. Приехали. Не, давайте вернемся. Бром. Я не знаю, что это сейчас было. О, знаете, обычно здесь мало кто выживает, а я часто здесь выживаю. И так подыхаю. Да не, раньше часто выживаю, думаю, смогу. О, левелс. Реально, когда-нибудь смогу попасть в этот топ, когда у меня будет огромный левел. Идем в самый конец. Так, я думаю, сейчас надо будет... Нет, в середине. Сейчас налево, да? Нет, в середине. Ну, он мне загораживает. Поумирайте там. Реально, поумирайте там некоторые. Я ничего не вижу за вами. Не вижу я ничего за вами. Я за ними реально ничего не вижу. Так, сейчас в середине. Я за ними ничего не вижу. Реально, кошмар какой-то. Я за ними ничего не вижу. За ними ничего не вижу. За ними я ничего не вижу. Все. Все, точка. Я за ними ничего не видел. Правильно, как-то тихо. Я сегодня дошел до 40 минут. Уж я до часа дойду. С Антохой. О, я люблю. Надеюсь, я буду не зомби. Мою. Пошути-то, а? Антоха... Ай, ты Антоха такой высокий, а? Гуляю по темным улицам, мне фонарь нужен. Сейчас где-то зомби гуляет и будет нас всех ловить. Вот там был высокий зомби, Антон. Вот Антон! Он сейчас, по-моему, к нам идет. Блин, а. Ю, зомби. Зомби. А. Ай, зомби! Блин. Цель поймали меня. Антон, это ты? Блин, цель поймали меня. Поздравляю. Никита пойман. Неожиданность вообще. Это зомби. Ну, один человек остался, я вот думаю. Ну, вообще многих оставили. Молодцы. Бу! Олесин.
Я, кстати, в этой игре можно еще быть ведущим. Да-да-да, я узнал. Я один раз был ведущим. Фигово. Хотя я почти всех выбил, как обычно. Я еще всегда, когда ведущий, почти всех выбиваю, но... Я вообще думал, что это на изи, но теперь нет. Теперь эти шары, они могут в сторону ехать куда-то. И справочку дам. А, тут есть высокие пацаны. Два высоких пацана. Антон, ты не единственный мультик. Ну все, где там? А, тихо, немного в... Вы были свидетелями непонятных фигней. Я болен. Мяч катился. Я почему-то умер. Вот почему, реально? Ты прям чуть-чуть оставалось. Не знаю. Был маленький промежуток, но был. Даже не прям маленький-маленький, а был промежуток. Я не знаю. Антон умер. Антон, ты такая же, наверное, фигня или что? Я не знаю. Я еще, кстати, хотел побежать, но мне почему-то не бежалось. Ладно. Антон мне вроде что-то написал, если не ошибаюсь. Не. Ну и что ему писать правильно? Что-то такого. Вроде ничего прикольного не случилось. Кроме того, что пришел еще один высокий пацан. Мы вместе с Антоном умерли по какой-то наверняка фиговой причине. Я вообще люблю эти фары троллить, но... О-хо-хо-хо! Здесь вообще эпично. Сейчас будет эпик, реально. Сейчас будет очень эпичный эпик. Антон тут вообще, в принципе, да... Вот, сюда-сюда, Антон. Антон, сюда, блин. Тут он что-то подорвал. О! Антох, сюда иди. Антоха, ты что ты бегаешь? Сюда вставай. Я не ошибился. Блин. Эпик. Чёрт! Там за мной пацан бежал. Ну прости, пацан, я тебя подвёл. Подвёл я его, пацана. Всё. Никто не выжил. Вот так. Там самый последний выжил вот эта женщина. Вот эта, с розовыми волосами. Вроде она. Я вот видел, как я бежал, и она бежала по правому пути. Увы. В принципе, там вот эта штука не так уж и быстро двигается. Вот. Не такой уж эпик. Просто для меня эпик. Потому что я играю. Так, мы синие. И Антона тут нет. Все, готов. Оп, а если туда? Если запрыгнул, а? Так, ну покатили командой. Реально, лучше бы было бы тут не командой, потому что, ну, не знаю, так легче. Ну, куда вы мяч покатили? Матросы! Ар-ра-ра-ра-гонорар! Хуя нархи. Ну, блин, ну куда ж вы мяч-то катите? Господи. Так вот так что в кактус катить. Мы 100% не выиграем. Мы еще даже как-то не продвинулись. Отлично. Отлично. Давайте дальше так. Давайте так и будем. Вообще. Давайте. Те, наверное, уже мой свой. Да. А, вот они, Антоха! Давай! Мы на несколько секунд это! Я его видел, прикиньте! Хотя он ему сейчас написал, но что-то как не лень мне писать. А ты сейчас ему одну смс-ку напишу, а мне 10, 20, 30. Углянь. Если вы не поставите лайк, то... Усь! Вас. За попу. Ну это Хэнк, чё? Я не ведущий.
Давайте, я... Вот, СОС, сигнал СОС. Сработал сигнал СОС. Блин. Ну так, ну это, конечно, отлично спрятался, могу тебе сказать. Тихо. Бам! Бамби! Тихо, побежали. Валивай! Блин! Куда что бежать? Щет! На хардкор! Реально, хардкор! Куда что хардкор-то? Не хочу хардкор. Страшно. Давай, куда? Не-не-не-не-не, Антон, все. Тихо. Ну, это изи, реально. Наверное, вот эта вот женщина, которая ведущая, вот эта блондинка, они друзья, и вот она все пытается ее выбить. Ну, тут Антон, ему не повезло. Прикиньте, еще немало мест. Неужели я до часа доснимаю? Воу, что новое? Ну, если я не ошибаюсь, то это там какая-то штука. Но навряд ли. Еще посмотрим. Сейчас я попробую сориентироваться. Может, картинка непонятная. Так. Да, это то, что я думаю. Сейчас, короче, будут вот эти блоки падать. Вот. Так, стану сразу на двойной блок. Вот так вот. Чтобы если блок упал какой-нибудь, то... Да, так и думаю. Ну, я не сильно думаю, потому что картинка была какая-то не очень понятная. Антохинс. Кстати, все быстро происходит, а? Я так и знал, что сейчас... Не, ну я на двух блоках стоял. Так, Антоха, где он? Где он? Антоха что, умер? А, нет. Вот он. Ну, Антоха, ну можно же было... Ох. Неужели никто не... Встань сразу на два блока, мадам. Ну, встань же на сразу два блока, я тебе сказал. Ты могла это сделать, но не сделала. По упору-то, точно. Кто ж там радуется, мне никто не выжил. Я вот тоже хотел встать на два блока, но что-то как-то это... Готовы? Готовы, я думаю, вы готовы. Сейчас будет жестко. Сейчас будет жесть. Если меня залагает, то все. Пишу, пропало. Ну что ж. Так, вот за этим нам надо следить. Первый уровень легкий, второй гигантский. Что ж. Тихо, вот он. Слежу. Да, Антон тоже. Ну вот он. Тут там на этот блок пошел. Ты сюда, тут вообще ничего не делает. Сюда надо. Как можно было? Ну, кого-то за... Почему я умер? Что? Что сейчас произошло? Что-то такое? Немного правила изменились, могу я вам сказать. Я заметил, что Антон умер. Я заметил уже давно. Так. И Антон, да, он умер. Музычка. Реально, неужели я до часа дойду? Вау. Мы сейчас снимаем не просто так, а с Антоном. Будет 1, 1, 2, 3, 1. Кто не знает мой ник, то сыковги. Нереально, у меня сыковги. Вот. Но мое удивление, мы дадим на когда часа. Круто. Странно.
Я реально очистил место каким-то образом. А, все, мало свободной памяти. Блин. Ну, мы много поснимали, я рад. Это все там 8 минуточек и так далее. А реально, я заметил, нравятся большие ролики, я в шоке. Дерево будет рубиться, только если вот так вот взять, в текстуру. Антон, ты неправильно рубишь. Антон, ты неправильно рубишь. Знаешь, как надо рубить? Вот так надо рубить. Вот, самоуда. Давайте помогу. Ну, молодец, он справился. Вполне. Он вообще вышел из игры. О, синяя дверь. Прикольно, кстати, синяя дверь. Это офигенно. Не верится, мы победили. Не верю. Мы победили, вау. О, рожок. Прикольно. Прикольно сделано. Любит такие мордашки делать, а. Сейчас, короче, будет маньяк. И будет плохо. Всем нам. То есть она умнее. Нет. Еще не факт, что я буду маньяком. А не факт, что маньяком Анжи будет. Блин, я вижу маньяка, я вижу маньяка! Реально, гляньте, он за мной просто тупо гонится. Что нафиг? Пойду в пещеру освещать. А, там тупик. Где я вышел? В последний момент два человека выжило. Два. А, я тут не на первом месте. Меня там какой-то пацан обогнал. Аби. О, тут рисовать надо. Я умею рисовать. Обычно я в последний момент не успеваю, реально. Ой. Так, надо отойти подальше. Секрет моего рисования. Все, рисуем. Что рисовать-то? Так. Ага, фиолетовый. Где тут у нас фиолетовый? Еще фиолетовый. Фиолетовый. Ой, этот фиолетовый, а. Что с вами этот фиолетовый-то сдался? Ага, дальше красный, синий, блин, синий, я сказал, синий, желтый, давай успею. Неужели? Я что-то неправильно сделал. Это изи. Антон выжил мне? Не. Антон сдох. А, Антон вообще нету.
Антон, куда пошел? Если видео резко прекратится, еще раз, сорян. Куда Антон-то делся? Я ему сейчас написал, не знаю, ответить нет. Ну, всем будет жесть, все ответил. Чего? А, он барни с этим попить, с йогуртом. Малыш! Слышь! Не хочу умирать! Мало того, что я не хочу. Надо! Ладно, на этом я хочу видео кончить. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я вас зарядил позитивом, потому что у меня почему-то резко позитив попёр. Еще раз спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Самое главное. Даже главнее подписки. Напишите коммент. Мне очень будет приятно. И подпишись на канал. Было бы неплохо. Ну, короче, всем спасибо за просмотр. Вот когда я заканчиваю видео, я вот так вот уменьшаю рамку, чтобы не мешало, или убираю ее. Ну, вот так вот на крестик. Вот. Короче, всем спасибо за просмотр. Барбарю. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.